Туристический потенциал Бурятии, перспективы развития экономики и программы по обмену студентов. Эти вопросы сегодня обсудили в правительстве Бурятии на встрече с консулом Германии. Нужно показать свои конкурентные преимущества, и что касается экономики в целом, и туризма в частности. Мы поддерживаем уже те налаженные контакты, которые у нас имеются в Республике Бурятия с Германией. В числе вопросов была программа по обмену студентов. Как делится гость, подобные проекты уже готовятся к своей реализации. Это мой первый визит в Республику Бурятия, и у меня очень позитивные впечатления остались. Я уже много узнала перед этим о том потенциале, который есть в республике, что касается экономики и туризма. И я очень благодарен за то, что я здесь увидел большой интерес к развитию сотрудничества. Нам лично удалось задать пару вопросов господину Финке. Was denken Sie über russische Sprache? Ist das schwer für die Deutsche? Ich habe vor 20 Jahren erst einmal angefangen, Russisch zu lernen. Viele lernen an deutschen Universitäten Slavistik mit Schwerpunkt Russisch. Обе стороны сообщили, что и дальше будут поддерживать дипломатические отношения. Александр Гостев, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.